февраля в Восточной Пруссии, южнее Кёнигсберга, наши войска в результате упорных боев овладели городом Кройцбург. Юго-восточнее города Штаргард наши войска на территории немецкой Померании заняли более 100 населенных пунктов. За день боев на различных участках наши войска подбили 84 танка и самоходных орудий противника. Юго-западнее Кракова наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, боями заняли более 40 населенных пунктов. В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона противника и заняли несколько кварталов. За 7 февраля в этом районе взято в плен более 3500 солдат и офицеров противника. За 8 февраля на всех фронтах подбито 174 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 55 самолетов противника.